теперь самое интересное для слабой половины присутствующих в зале. За всю историю существования человека мода претерпевала серьезные изменения. Она была вычурной, слишком простой. В угоду ей люди надевали самые невероятные костюмы. Вставали на высокую платформу, делали фантастические прически, доставлявшие массу хлопот. И все ради нее, ради моды. Мода 80-х годов была отмечена своими уникальными идеями. В 80-е годы появляется спортивный стиль. Это было связано с изобретением лайкры, который подразумевал облегающие вещи, подчеркивающие все достоинства фигуры людей, ведущие активный образ жизни. Еще один суперпопулярный стиль 80-х годов, так называемый стиль секси. Своеобразные кожаные корсеты-пояса, топы, дерзкий леопардовый леггинсы, обувь на умопомрачительной шпильке, кокетливые береты и облегающие платья. Все это создавало образ роковой женщины, соблазнительницы, королевы сердец, которая подвластна все вершины. Блузки в романтическом стиле также были чрезвычайно модными. Кстати, модницы спокойно комплектовали их с узкими юбками длиной чуть ниже колена и элегантными мини-шляпками, что создавало совершенно удивительный образ. Не зря же иконой стиля того времени считалась принцесса Диана, которая долгое время отдавала предпочтение именно нарядам в романтическом стиле. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Дорогие друзья! Вашему вниманию представляется коллекция моды 80-х годов от факультета коррекционной педагогики. Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. You should know about. You should know about. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Cause I'm too hard inclined to make me rise and power early just like daylight savings.